Всем привет. Всем привет. Всем пока. Ладно, здесь у нас небольшие там неурядицы были. Сейчас расскажу. Всем привет, мы собрались на Щучку. Лёшку отправили утром к врачу, он там показывал свою ногу. Уже так-то 2 недели прошло после его ЧП, да? Сказали, что ну долго будет, потому что рана не какая? Колотая рана, не резанная. Она не резанная у тебя, а разорванная получается. Ну, такая дольше заживает. Он вообще переживает, что у него болит долго. В общем, и я сходила за шашлыком в Николаевск. Мы его эти шашлыки перехвалили. Влог недавно выпустила про шашлыки. Хороший шашлык. Ну, всегда он был там хороший. И сегодня он взял, и я начала нарезать. Обычно куски крупные, я начала нарезать. Ну, на 3 части, на 2 части, чтобы удобно было нашу пуран нанизывать. И он начал пахнуть, знаете, кислым. Как будто протухшее мясо, то ли уксус добавляет. Я говорю, пошли, лучше вернем. Он отдал за 1,5 килограмма 500 с лишним рублей. Ну, думаю, обидно будет, поедем, когда приедем туда, сделаем мясо, и мясо будет кислым. Ну, как-то не очень. Будет хорошее настроение, и в общем, вдруг отравимся, лучше сдать. Пошли сдали, там без комментариев нам взяли у нас этот шашлык. Ну, я же говорю, давай пойдем еще там же возьмем. Я говорю, если у них там с одного таза брали, смысл, ну, в общем, нет смысла брать тот же шашлык в этом же магазине. Я говорю, по дороге найдем какой-нибудь Николаевский и там возьмем. Сейчас мы заехали по дороге, как раз мы уехали, и взяли шашлык. А, там остаток был, да? Я его понюхала уже на прилавке. Пахнет луком, нормальный аромат. Этот не кислый. Взяли 1,2 кило и еще взяли 300 грамм какого-то другого, да? Какой-то фирменный Николаевский, а это был на К, как он назывался. Не помню название, забыл. Кантри, во, точно, кантри. Так что вкусно, обычно кантри. Там лук и попадается паприка, крупные какие-то перчинки или морковка. Ну, в общем, это хороший шеберитет. Всегда там лук, так и все, может, нет. Так что вот. Едем, нам ехать 1,5 часа где-то. И, собственно, все. Взяли там огурцы, помидоры, как обычно, лук, лаваш, кетчуп и кучу всякого барахла. Багажник забили. Стулья, столы и все остальное. Чемодан. А вот. А Артема просто недоволен, вы-то задолбали своими этими разборками. Ну, конечно, по скандали за камерой, вы просто не знаете, кому скандали. Если бы вы увидели, вы, наверное, бы долго прижали нас, да. Потому что вы. Мы, да, я говорю, давай так сидим. Сырой, что ли? Да не сырой, но с душком. Артем, в общем, расстроился, давайте поехали домой, лучше у него не кишлыки есть. Ну, а купаться-то охотно, на улице жара, походу на Щучку. А потом дождь у нас тоже. А дождь через 2 дня вообще, с воскресенья на понедельник. Сегодня суббота, так что нормально. Надеюсь, там дождя нет, солнечно, и не будем давать портить друг друга настроение. Артем, не расстраивайся, мясо поешь, все хорошо. Ну, я тоже, конечно, расстроился. Я правда говорю, что мы сувениры потребовали. Давай закроем глаза, короче, возьмем, как мы есть. Не будем сюда сдавать. Мы просто сейчас начали, ой, а вдруг магазин здесь такой же, ой, а вдруг там то и все, вдруг маленький магазин. Так, ну что, все, мы на месте, приехали на Щучку уже. Поставили мангал, стол. Леша руки моет, Тёма уже там сходил за водой, нам воду принес с озера. Мы тут решили встать немножко подальше от пляжа. Сделаем шашлыки, а потом ближе к пляжу припаркуемся и там уже пойдем. Леша предлагает такой вариант. Я переоделась, купальничек надела, надо прикрыться. У меня вот такая вот, типа, пляжное платье, халат, я не знаю, многие назвали это медицинским халатом, но как бы для кого как, мне нормально, зато от солнца защищает. Еще одену свою панаму, эту модную, с козырьком. Конечно, она смешно будет смотреться, ну ладно, что. Какая панама? Че, Артем, как вода, сходил же уже? Да, скажи, тёпленькая? Народ Ой, много? Тёмная. Тёмная? Ой, тёплая. А народ много? Народу много. Папа сегодня у нас не пойдет. У него, видите, нога. С аквалангом. Ну, у нас стандартно лук. Правда, сегодня красные огурцы, помидоры. Сок. Сок с этим, с алычой. Не знаю, не пробовали, попробуем. Давай сейчас попробуем. Мы сейчас напробуемся. Че, как успехи? Надувание, мотоцикл. Покажи, сколько надул-то.
Ладно, шашлыки готовим. Как ты готовишь? Ну, это самый правый, он видно сырой еще. Че? А ты свой демократ надуваешь? А, нет, спасибо, там с ума сойдешь, пока надушу. Так, ну все, готово у нас уже, видите, вкуснятина. А здесь нулевочка еще. Пьем сок. А бутылку я нашел. По очереди. И я так и маленько так. Я что, ее туда хочу? Пошли. Народ уже не купает сильно. Еще друзья приедут, мы их звали, у них там было какое-то событие, ну, день рождения. Они говорят, не, мы сами на полянку поедем. Потом тоже звонят и говорят, нет, там холодно, мы едем к вам греться. Ну, так-то недалеко, да, сколько здесь, 100 километров? 100 километров. Вторая часовец, да? Самая проблема выбраться из города. А что ты какой-нибудь пустил, что ли, чё? Чё? Да, там подушка чё-то пустил. Козырек обычно. А? Обычный козырек. Че? Смотри, у меня какой козырек. Что? Ну-ка покажи. На ладошку положи, на ладошку положи. Ё-моё, отсюда рыба-то. Окунёк. Ой, какой хороший. Того же того. Того же. Выпусти ее. Что-то она не шевелится. Нет, туда в воду. Она уже, она мертвая. Ну может оживет. Как он ее поймал? Да пул-пул, да греб у него в руке. Ой, весь трясешься, давай за это самое, полотенце вытираешься, все, хватит булькаться. Нет, ё-моё. В общем, набрали в пакет воды, Анфисе повезем рыбку. Она будет рада, да? Это я придумал. Рыбка, лов есть. На пляже почти уже пусто, закат, видите, красота. Не, сейчас как-то самое время купаться, мне кажется. Так, окунаться. Хочу. Это может все-таки темноты дождемся, да это голышом покупаешь. Ну ты из носках только сможешь. Ну у меня только и в бахилах останется, получается. Либо искать где-то резиновые изделия. Из одежды, да. Че, пойдешь кататься? Я пойду. На банане? Да. Ничего, иди и сходи там. Все. Приехали знакомые наши друзья. Они предложили ехать в Баранголь. Тёма согласился, он у нас позы. Мы особо есть с Артем, с Лёшкой не хотим, мы наелись так шашлыков. Чисто за компанию сейчас проедемся. Опять закат, мы же вас тоже в это время уезжали, видишь, солнышко светит. Прям дежавю у меня. В прошлом влоге в Щучке тоже так солнце как сзади нас было, когда мы ехали. Так что вот. Смотрите, вы когда-нибудь видели верблюдов? А у нас верблюды здесь ходят. Пошли близко, сходим. Пойдем. Я не знаю, Тёма, пойдем. Люди повылазили верблюдов посмотреть. Смотрите. Пошли, Артемку позови. Пошли ближе, подойдем. Иди, подойди, блин. Ну пошли. Ну, на видеокамеру хочу снять. Кто-то ешь видел? А что с ними делают? Мясо? Чё,
на шерсть. Шерсть, у них что-то шерсти-то нет. Что-то совсем у них эти горбы висят. Ё-моё. Лысые совсем. Ё-моё. Понимаю, увидели бы кенгуру, да? Ничего себе. Что-то это все равно тоже. Какие хорошенькие. Тот прям стоит не шевелится. Вот у него фотку. Позирует, даже не шевелится. Мама. Ой. Ой-ой-ой. Ты посмотрел на меня? Привет. Сейчас, подожди 5 секунд. А тут он в фотосессии привыкший, видимо. Смотри сюда, смотрите. Да, смотри, мама. Ну что? Вообще, их не живой. А хлоп у него такой смешной. Ой, слюни текут. Пушок у него такой. Губу вытянул. Ой, все, пока. Я пошла. Че, как вам? Верблюдки. Диковинку? Едете, едете, оба верблюды стоят. Главное, один лысый, стриженный, и у него горбы что-то совсем свисли. А остальные, ну, более-менее шерстью. Из них шьют, вяжут, да, эти носки. Верблюжи очень теплые на зиму. Прям самые теплые носки считаются верблюжьей шерсти. Жилетки, шапки, супер теплые. Так что вот, непростое животное, полезное. Там штук 20 построить, да? Ну, а то мы понабежали, светленькие есть, и такие, коричневенькие. Вот этого прям не жалко. Ну, прикольный такой пушок. Прям быстрее домой, быстрее. Ты трогала? Я хотела фотку. Нет. Ты не трогали? Ой, нафиг, что трогать? Ну, он как лошадь, наверное. Ну, я боялась, что он плюнет просто. Страшновато как. Не хоть бы в слюнях идти. Заехали поздно, баран бой. Безумно вкусно, да? Так, на, салфетку. Вкусно? Чё как? Перехвалила. Ух. Ешь аккуратно, тарелкой. Лёша подкармливает собачат. Это чё у тебя? Это чё у тебя такой? Самолётик, что ли? О, самолётик. Какие едут возле него. Подожди, ещё. А может и ещё они едут? Ой, не трогай, не трогай, вдруг цапнет. Цапнет, всё. Мы тебе рыбку дали, но тебе нельзя. Ударов в сторону ворот не было. Сейчас может выйти Дэн Азар. Это и исправит. Тамани Унье здесь пытался открываться на пас у Дэна Азара, но хорош Фабиан Делф. Вот он сейчас в обороне отработал очень здорово. Здесь упал в подкате и в итоге выбил мяч на угловой. Отличная передача на Эдена Азара. Азар, конечно, увлекается, да, сегодня своим дриблингом. Хотя вот это правильную передачу делал, да, видел, что Мюнье выбегает, но Делл молодец, прочитал. Ты знаешь, он не увидел Пертонина, который подбегал. Анфиса? Анфиса, иди сюда, я тебе рыбу варю. Решила сварить эту рыбу, а то, мало ли, будут глисты какие-нибудь. Скажешь, посмакует маленечко. Как это, окунь же, да? Не забудешь, окуня есть? Будешь? Пушку окуня есть. Ничего, моя холёсика. Уже покусили, сейчас будешь рыбку есть, десерт. Кинула я на горячее.
Сейчас она остынет. Подуйкаем. Подуйкаем и потом поешь, Анфиса. Ай, вот как она хочет, она хвостик этот слопать хочет. Ты такой вкусняшка, скажи, да, мне нравится рыбка, люблю. Чё, боишься? Лапой потрогай. Сейчас удобно, скажи, или нет, такой в тарелке ни разу не ела, такой деликатес. Это как для вас форель, для меня вот эта рыбка. Да? Чё такое за фигня вообще? Че это? Че положили, скажи? Брать отсюда. Фиса, что это такое-то? Ты есть будешь? Скажи, сами ешь свой деликатес. Это. Да? Писаешь? Ну, ты моя-то. В общем, Анфиска что-то рыбу не хочет. Не хочет она ее есть. Не привыкшая к таким деликатесам. Так, папа пришел. Пошел. Машину сдать уже пришел. Че, ест с рук только? А? Ты моя-то. Как лялька прям. Боится, может, незнакомый что-то. Фиса. Так ты не можешь, стесняешься, что ли? Ест, смотри-ка.